Казанский федеральный почтил визитом глава Буинского района. Целью визита стала встреча со студентами экономических направлений. Марат Зябаров представил студентам детали экономики муниципального Буинского района и побеседовал со студентами на тему, почему так важно остаться работать на родине. Что хочу сказать, на самом деле, что говорить, если про буинцев говорить, на самом деле, много выходцев из Буинского района, которые на сегодняшний день занимают высокие посты нашей республики. Я не говорю про историю, которую большие руководители работы в Буинске возглавляли, на самом деле, огромные посты. На сегодняшний день тоже вот министр финансов есть у нас, есть руководитель Главного инвестиционного управления ГИСУ. Как и любой регион, Буинск нуждается в молодых кадрах. По словам главы Буинского района, подобные встречи станут регулярными. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.